2 мая в Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование. Она продлится по 1 июня. Пункт регистрации на ЦТ работает и в Лиде. Как и всегда, он находится в Лидском колледже, в его корпусе, расположенном по адресу улица Советская, 18. Зарегистрироваться на ЦТ в рабочие дни можно с 9 до 19 часов. В субботу, 14 мая и 28 мая, пункт регистрации на ЦТ будет работать с 9 до 18 часов. Выходные 3 мая и 9 мая, субботы 7 мая и 21 мая и по воскресеньям. Информация о регистрации на ЦТ размещена на сайте Лидского колледжа. Новшеств по тестированию нет. Как и в прошлом году, максимально можно зарегистрироваться по 4 учебным предметам. Зарегистрироваться на централизованное тестирование в нашем колледже можно двумя способами. Первый способ – путем подачи электронной заявки на сайте РИКС. Второй способ – путем личного обращения в пункт регистрации на тестирование. В первом случае абитуриенту необходимо зайти на сайт РИКС, заполнить заявление в установленной форме, посредством электронной очереди определить дату и время посещения пункта регистрации, оплатить регистрационный взнос в размере 3 рубля 20 копеек и в назначенное время, имея при себе документ, удостоверяющий личность, прийти и получить пропуски. 2 мая у нас было зарегистрировано 53 человека, то есть 53 человека получили пропуска. Это жители Лиды, Лидского района, Ивьевского, Дятловского, ну и близлежащих районов. В этом году централизованное тестирование будет проводиться с 14 июня по 6 июля. Резервные дни для сдачи ЦТ – 12 июля, 14 июля и 16 июля. Регистрация для его прохождения в резервные дни пройдет со 2 по 7 июля.